ГАЗ-69 плюс Симбир. Задача. Поставить ГАЗ-69 на раму Симбир. Это было сильно. Месяцев 6 чистой работы. И я вам покажу, как это было. Мордас. Бампер ГАЗ-66. Ох, и наработался же я с ним. Но черт побери, он классный. Вот шов. Бампер был заужен. Вот шов. Бампер был еще заужен. Все там усилено, все подложено. Были врезаны туманочки. Туманочки будут стоять «Газель Бизнес». Специально сделал окантовочку, чтобы они были на расстоянии, чтобы их не покалечить. Бампер встал относительно крыла хорошо. То есть вот это родные очертания бампера. И вставочка такая, чтобы повторяла форму крыла, чтобы все было аккуратненько. А так он, в принципе, как надо. Ну, это мое решение. Я думаю, оно правильное. У кого-то, может быть, будет свое мнение. Но это не важно. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should have left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you're bad. Who you driving me crazy? You could drive in that cab. Hop out. If you don't like it, you gotta hop out. Always been a player, never dropped out. Rather cop the necklace before I cop out. She want attention, I play the field with my henchmen. She want me back in detention, I study lessons. I'm in a different dimension, I move in different directions. We playing chess, she just gave me the address. See the lady in the dress. She the lady in my text, see the lady is a test. These days I roll alone, tryna stay the fuck up off the phone. Tryna come the fuck up off a poem, not tryna get cuffed up, cuffs of stones. Playing for keeps, I'm a top gun, she playing the sheets. When the ops come, I play for my team, go play with yourself, stop playing with me. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you bad. Who you driving me crazy? Driving that cab, pop out. If you don't like it, you gotta hop out. Always been a player, never dropped out. Rather cop the necklace before I pop out. I say this shit with my chest, I lay the brick on my ex. I had to go on a quest, I had to go and progress. Some shit is hard to accept, I know I'll never forget. And it's a bet, I keep my memory fresh. I hope my enemies blessed. Блин, у меня судьба такая, наверное. Вот заезжает человек, мне говорит, только вот по-быстрому, вот только вот от сих до сих, вот денег нет, как бы, и особо не хочу тратиться, вот. А хочется, чтобы было. Загоняешь, как бы, говоришь, ну тут не получится, придется делать вот так. И начинается работа, работа, работа. Пороги. Пороги получились полностью самодельные. УАЗик ремонтировался, 69-й, похоже, на каком-то время заводе. При помощи зубила и молотка. Я не знаю. Болгарки у них, по-моему, тоже не было. Ёлки-палки. Я когда увидел, я офигел. Тут было 3 слоя металла. И они не вентилируются там. В общем, я все это вырезал. На видео это есть. Варил профильную трубу, цельную. За счет того, что морда удлинилась, я эту трубу профильную запустил дальше. Она поддержит морду еще. И все. Эта часть двоечка. Эта часть у меня бесшовная. Стойку пришлось сделать тоже самодельную. Во-первых, она была в ужасном виде. Во-вторых, слишком много тут было всего заваривать. И в-третьих,
крепления кронштейна каркаса безопасности я вварил в стойку. Прямо в нее. Он идет вот до сюда примерно. То есть, чтобы свернуть этот кронштейн, нужно вырвать стойку от рундука, от стойки и от крыла. Не дай бог, конечно, но, по крайней мере, он к этому готов. Тоже, кстати, финансовая составляющая, елки-палки. Вот есть бочина, она вся кривая, косая, фигово выстучена, размеры не выдержаны. Она вообще как не от этого автомобиля. Но она приварена, она стоит. Ему говоришь, давай поменяем. Давай, говорит, не будем. Ну, давай не будем. Я начинаю ее править, я начинаю ее ставить. Что мы в итоге имеем? Шов, с той стороны шов, снова шов. И снова шов. То есть все, что мне оставалось, чтобы ее отнять, это пробежаться по арке. Кстати, арку я тоже варил. Частично. Отпавшая была. И отстегнуть ее от рундука. То есть... Ну, некоторые вещи мне непонятны, но это не мое дело. Ладно. Двери изначально, даже когда он только заезжал, говорил, я хочу такую же дверь с левой стороны. Хочу камазовскую ручку, хочу замок. Который не будет открываться ни в коем разе. То есть, с этой стороны дверь я переделал на ту сторону, а здесь дверь куплена с донора. Получилось. Ручка камазовская, а вот замок. Вот над замком я неделю сидел, наверное, вот так вот. Потому что, мягко говоря, не вписывается. Бочина, вот эта,
бочина и дверь, они под углом относительно друг друга. Не так, а вот так. И когда дверь закрывается, она неизбежно заходит под углом. И мне пришлось этот замок сделать тоже под углом. Он не прямо, он вот так. Дальше. Очень мало места, очень тонкая дверь. Какой замок сюда поставить, я перебрал кучу всяких вариантов. Решений в интернете миллион. Пожалуйста, бери, делай, даже с чертежами. Но мне что-то все не нравилось. Естественно, я сделал опять по-своему. Что я сделал? Это защелка 105-й Волги. Именно 105-й, а не восьмерки. Они отличаются разными люфтами. От волговского замка осталась только основа. А все собачки и тяги я сделал самодельные. I'm not sorry, cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. End of how I like things in the bed. Oh, oh, no. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion. If we keep things open. If you love all of me, yeah, then you let me be free, yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me, yeah. I noticed you're driven by jealousy. But my soul is nothing you own. No. I want us to love unconditionally. It means that I'm not yours alone. No, no, no. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion. If we keep things open. If you love all of me, yeah, then you let me be free, yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me, yeah. How could anyone believe they can own another? Isn't that a bit naive to think you want each other? How could anyone believe they can own another? Isn't that a bit naive to think you want each other? Yeah. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion. If we keep things open. If you love all of me, then you let me be free. If you love me, then you let me be free. If you love me, yeah. Задняя часть Франкенштейна. Но с ней работы было много. Вот этот кронштейн, он тоже вставляется в трубу. Труба вварена аж в нижний каркас. Внутри идет огромная, хорошая, прочная труба. То есть я не стал использовать рундуки для крепления каркаса безопасности. Мне кажется, это решение немножко неправильно. С точки зрения надежности. А так у меня все хорошо. Я трубу вварил, угол зашил, у меня угол новый и кронштейн хороший. К слову о рундуках. Рундуки тоже деланы каким-то мастером давным-давно, неизвестно из чего. Я говорил, давай поменяем. Он говорит, нет, нормально. Ну, нормально и нормально. Не мое дело. Вот тут остались ошметки старого крыла. Ну, зашьется. Задние фонари дешевые, китайские, а-ля Wrangler. Хотел сначала врезать их за подлицо.
но как-то уж очень тогда выделяется бампер относительно задницы. Ну, прям дын-дын, как бы. Ну, зачем? Это стальная пластина, 4 мм толщиной. Вот, чтобы не оторвать его. Защита. Мне кажется, вполне себе. Задний бампер. Жесть лютая. Это швеллер. Самая толстая его часть где-то 12 мм. С запасом. Но на нем будет крепиться калитка. Он крепится у меня 12 болтами к раме. В разных плоскостях. Задний борт. Задний борт я решил переделать, потому что он был весь кривой и косой, понизу ржавый, выломлены были кронштейны, не кронштейны, шарниры. Я так посмотрел на него, посмотрел, а думаю, а зачем? Выкинул его, сделал новый. Он также открывается уже не на винтиках, а на запорчиках, все как положено. Ну, когда-нибудь, может быть, здесь выдавить газ. Было бы классно. Здесь все закрыл. Здесь у меня ребро скрыто кузова. Его на видео тоже видно. Калитку я сейчас снял. На калитке нет запора. Без запора калитки ездить как-то немножко неудобно. Квадрат и розетка. Желание заказчика обезопасить розетку. Хорошее желание, мне понравилось. Я в этом швеллере сделал нишу. Для всего для этого. Фаркоп. Квадрат фаркопа крепится и к бамперу. И уходит цельным, в цельном составе прямо до рамы. И крепится к штатному креплению фаркопа. То есть все вполне надежно, все вполне правильно. Вот. Какое будет ограничение открытия борта, я еще не знаю. Это все режется в процессе. Если он, конечно, будет.
Полторашка, ебать ему. А че ты, мы не лезем? Подножка. А-ля УАЗ Патриот. Без переднего брызговика вот уделает бочину все вот настолько качественно. Торчащий лом прямо от рулевого. Несовременно, небезопасно и вообще. С точки зрения постройки внедорожной техники это немножко неправильно. Вряд ли это пригодится. Но лучше иметь и не воспользоваться, чем иметь желание, но не иметь возможности.